Присаживайтесь, Ольга Владимировна. Чувствуйте себя как дома. А разве Павла Валентиновича сегодня нет? Нет, сегодня его нет. Он сдает экзамены, и ему не до шуток. Ну, как там наш бандит поживает? Опять что-нибудь натворил? Да нет, я бы так не сказала. В последнее время у него все хорошо. Относительно. Вы себя неважно чувствуете? Нет-нет, спасибо, со мной все в порядке. Хотя смешно сказать, я второй раз у вас, и второй раз мне чудится, как будто за мной кто-то пристально следит. Бог с вами, здесь никого нет. Вы да я. Давид где-то на улице носится. Кто же еще? И все-таки простите меня, мне как-то не по себе. А-а-а, так вот в чем дело. Этот портрет. И правда, она смотрит на меня. И здесь она смотрит. И здесь тоже. Действительно, странный портрет. Почему она все время смотрит на меня? Куда бы я ни встала, она не отводит от меня взгляд. И вас смущает только это. А разве этого мало? Зрачки посередине. И поэтому, куда бы вы ни пошли, портрет всегда смотрит на вас. И, кстати, на меня тоже. Так это что? Оптическая иллюзия, что ли? Конечно! Наши глаза постоянно обманывают нас. Смотрите, как расположены эти линии? Они параллельны, правильно? Правильно. А теперь... Линии перестали быть параллельными. А теперь... Снова параллельны. Вот три фигурки. Одинакового роста. А теперь... Ой, вот это номер. А я сегодня на уроке у одной девочки отобрала вот какую игрушку. Обязательно покажу своему племяннику. Как вы думаете, Иван Вадимович, когда ребенок узнает больше? Когда смотрит внимательно на классную доску или в окно считает ворон, которые вьют себе гнезда? А сами как вы думаете? Право, не знаю. Я закончила школу с отличием закончила университет. Но стыдно признаться, так до сих пор не могу понять, почему на киноэкране люди движутся. По-настоящему это мало кто понимает. В книгах обычно пишут разную чепуху про зрительную инерцию, но я думаю, дело вот в чем. Смотрите, две неподвижные лампочки превращаются в одну, которая скачет взад и вперед, взад и вперед. Действительно. Наш мозг думает, что если лампочка была с краю, то она обязательно была и посередине тоже. Значит, это тоже оптическая иллюзия? Выходит, тоже. Паша с Давидом сделали одну старинную игрушку. Называется зоотроп. Хотя некоторые называют его стробоскоп. Ожила картинка. Где-то я уже встречала такое. В кино, Ольга Владимировна. Конечно, в кино. Вот, например, кусочек кинопленки. Если рассматривать кадрики, то кажется, что они все одинаковые. Но мы-то знаем, что каждый новый отличается от предыдущего. Чистый экран. На экране тени людей. Неподвижные тени, которые быстро сменяют друг друга. И нашему мозгу кажется, что возникло движение. Вот она сила оптической иллюзии. Я часто думаю, что кино – это величайшее изобретение 20 века.
Но что бы мы делали, например, без кинохроники? Первые автомобили, первые самолеты, Первая мировая война. Представляете, людей давно уже нет в живых, а мы видим их, как ни в чем не бывало. Вот что такое оптическая иллюзия. А знаете, как назывались первые кинотеатры? Ну, откуда же мне знать? Они назывались иллюзионами. Иллюзион от слова иллюзия. Я опять что-то натворил. Нет, на этот раз все в порядке. Да, и зачем же я приходила? Иван Владимирович, передайте эту книгу, пожалуйста, Павлу Валентиновичу. Еще одна оптическая иллюзия. Здравствуйте. Впереди у нас 7 минут, и сегодня мы поговорим с вами о разнообразных оптических иллюзиях. С иллюзиями люди сталкиваются на каждом шагу много-много столетий. Древние архитекторы, которые строили греческие, римские города, они строили свои дома и свои здания, храмы таким образом, чтобы они были очень красивыми. Когда они строили эти дома, они искали такие пропорции, чтобы дом выглядел красиво. И вы знаете, что в Древней Греции многие дома были окружены колоннами. Это знаете почему? Потому что крышу они, это называется даже не совсем крыша, а вот то, что опирается на колонны, это называется архитрав. Вот такое название у архитекторов есть. Так вот эту вот вещь, которая опирается на колонны, они выпиливали из мраморных камней, поэтому камни были сравнительно короткими, 3 метра, ну, может быть, самые большие 4 метра. А дальше надо было снова такую балку делать, 4 метра, еще 4 метра, потом еще. И в тех местах, где балки кончались, они ставили колонны. И вот они что обнаружили. Если колонну сделать цилиндром, это значит, что у нее толщина внизу и вверху будет одинаковая, то у всех такое впечатление, что колонна кверху расширяется. И тогда постепенно, конечно, не сразу, они сообразили, что надо делать. Они стали делать так, часть колонны и цилиндр одинаковой толщины, а потом она тихонечко-тихонечко начинает сужаться, и вверху она немного тоньше, чем внизу. Вот тогда колонна выглядела нормально. Тогда всем казалось, о, какая замечательная колонна, все в порядке. А на самом деле она внизу была шире, а вверху тоньше. И кроме того, когда колонна вверху тоньше, она кажется длиннее, выше, чем на самом деле. Это ведь тоже иллюзия. На самом-то деле она какая была, такая есть. Ну, например, 4 метра высоты колонна, такая небольшая колонна, а кажется, что она не 4 метра, а выше. Она такая грациозная, изящная получается. Между прочим, когда мы смотрим с вами вдаль, мы же хорошо понимаем, что улица всегда одинаковой ширины. Ну, обычно одинаковой ширины. Но нам так кажется, что она вдали постепенно сходится. Вот то, что в конце, вдали все предметы становятся меньше, чем вблизи, в архитектуре и вообще в математике, называется перспектива. И вот в кино, например, этим широко пользуются. Знаете, когда? Когда нам нужно построить, скажем, какой-нибудь замок красивый или крепость. И тогда мы делаем макет из картона, из фанеры, небольшой такой красивый замок, игрушечный замок. И ставим замок перед киноаппаратом, близко к киноаппарату, а пейзаж весь далеко. И совместили, скажем, ворота этого храма с дорогой, вдоль которой идет мальчик. И у всех впечатление, что это огромный замок, а на самом деле это макет. Вы знаете, что кино изобрели давно уже, еще в конце 19 века. Так вот, начиналось-то кино с игрушек. И у меня сейчас с вами одна старинная игрушка, которая называется стробоскоп. Правда,
эта игрушка сделана совсем недавно. Ее сделали ребята, которые занимаются в нашей старой мельнице, они занимаются мультипликацией. И они сделали вот такую игрушку, повторили старинную игрушку. Но в старину-то, скажем, в 17-м, даже в 16 веке, такие игрушки были. И они продавались, их можно было купить и играть. Дело в том, что в те времена не было ведь ни кино, ни телевидения, зато игрушки такие были. Вот смотрите, здесь нарисованы одинаковые человечки внутри этого барабанчика, одинаковые человечки. Но если внимательно посмотреть, то вы видите, что мячик передвигается, и рука у человечка тоже поднимается немножко и опускается немножко. Если теперь этот барабан раскрутить с большой скоростью и смотреть сквозь вот эти щели, то мы увидим, что этот ребенок, или, может быть, взрослый мужчина, нет, это ребенок, наверное, бьет мяч о землю, и мячик у него прыгает. Вот давайте сейчас посмотрим, и вы убедитесь в этом. Смотрите. Ну вот. Художники, которые рисовали картины, очень интересовались тем, в каком положении, например, изобразить лошадь, чтобы было выразительнее всего, чтобы видно было, что она скачет, а не просто висит в воздухе. Они долго между собой спорили, и тогда один человек по фамилии Мейбридж сделал вот что. Он вдоль беговой дорожки на ипподроме, где бегают лошади, поставил несколько старинных фотоаппаратов. Кино-то ведь в то время еще не было. Он поставил несколько старинных аппаратов, вроде тех, которые мы видели в нашей передаче, и сделал так. Лошадь бежит, а тут натянута тонкая проволочка к фотоаппарату. Лошадь добегает до проволочки, легко ее рвет, и фотоаппарат фотографирует. Добегает до следующего снова. И вот так он поставил много фотоаппаратов, лошадь бежала, и получались снимки в разных фазах. После этого он напечатал фотографии, и все увидели, в каких положениях лошадь скачет. Эти фотографии сохранились, и они у меня есть. И вы сейчас увидите, что получается, если эти фотографии на стробоскопе быстро крутить. Посмотрите-ка. А теперь я хочу вас попросить, ну, предложить, сделать вот такую игрушку. Это не так уж сложно. Кусок картона, снаружи он покрашен черной краской, вот здесь щели примерно 1 сантиметр шириной, ну и где-то 10 сантиметров длины. А сейчас внутри вот нужно нарисовать несколько картинок, где бы постепенно человечек двигал руку. Или, например, он бы шел. Такое положение ног, такое и так далее. Эту штуку можно подвесить на ниточках, на веревочках тонких, а можно поставить на проигрыватель, знаете, на котором пластинки проигрывают, можно поставить, в щели смотреть, и будет получаться великолепная мультипликация. Ну вот, а теперь вам всего доброго, свечи наши и часы песочные показывают, что 7 минут прошло. Всего вам доброго, до свидания. Слышишь ли ты, как пчелы жужжат? Видишь ли ты, как звезды мерцают?